Сегодня в Караганде простились с командиром экипажа военного самолета МиГ-31 Маратом Едигеевым. Панихида прошла в войсковой части 50-185. Проводить полковника в последний путь прибыли глава региона, первый заместитель министра обороны страны, ветераны вооруженных сил, близкие друзья и родные погибшего. Церемониальным шагом возле гроба покойного прошли представители всех войск, правоохранительных органов и ЧС, базирующихся на территории Карагандинской области. Тело героя в сопровождении ружейного залпа было погружено в самолет, который совершил круг почета над аэродромом, а затем вылетел на его родину, в Костанайскую область. Марата Едигеева всегда отличал высокий профессионализм, компетентность и ответственность. Именно благодаря этим качествам он в критической ситуации до последнего момента пытался спасти самолет. А когда это не удалось, совершил героический поступок и отвел падающий самолет от населенного пункта. Тем самым, ценой своей жизни, спас жизни многих людей. Его подвиг не будет забыт. Между тем, семья погибшего получила 1 000 000 тенге. Материальную помощь оказал аким Карагандинской области Баужан Абдишев. Еще 5 годовых зарплат семье Едигеева пообещало выплатить Министерство обороны.